сейчас выбираем для себя две вещи по одной цене. Как я люблю именно эти моменты, когда могу выбрать и дорогущую, красивую, шелковую, потрясающую сорочку, и халат. Все в одном стиле, все в одном цвете, и еще украшено потрясающим кружевом. И все это комплект Аделина, 1999 рублей. Я сначала подумала, что это одна сорочка стоит такую сумму, но это оказывается и халат, и сорочка сразу. Знаешь, я бы даже халатом не назвала. Да. Посмотрите, какой великолепный пеньюар, какой великолепный крой, какие прекрасные дизайны мы здесь видим на ткани, какой прекрасный принт. Но это не единственные цвета, которые у нас есть. Цветов у нас много, поэтому устраивайтесь поудобнее перед телевизором и записывайте все цвета, которые вам нравятся. Берите себе, берите подругам, приготовьте, в конце концов, подарки на Новый год. Итак, у нас перед вами розовый оттенок. Очень следующий красивый цвет. Ой, это цвет какой лимона. Красивый. Яркий, витамин насыщенный. С для глаз, я бы сказала. Вот что нам не хватает зимой. Вот такой яркости, сочности, сочных ярких красок и оттенков. Следующий цвет это красный. О! Посмотрите внимательно, что здесь не только красные оттенки, но и малиновые, фиолетовые, очень песочные, красивый. Более спокойные также у нас здесь есть. Поэтому для тех, кто боится красного цвета, наконец-то можно выбрать именно его. И вот, посмотрите, еще один персик потрясающий. Знаете, он как-то даже золотом, мне кажется, отливает. Очень красивый. Очень красивый цвет и тоже украшен прекрасными, великолепными цветами. Честно говоря, такой цвет осени. Прекрасный, да, спокойный, золотой. И, конечно, Лена выбирает для себя цвет мяты. Да. Прекрасный оттенок, более спокойный, более холодный. Цветов много. Остается только выбрать. Но многие сейчас, Леночка, уже спрашивают, а как же выбирать? Какой размер нам с вами выбрать? И так, я хочу вас обрадовать. Сегодня у нас размерный ряд от 46 до 60-го. Это прекрасная размерная линейка, подарена нам брендом Олмес. Вы только представьте, вот халатик, да, сорочка ночная. Слушай, и брендовая вещь. Ну, вот халат, если разделить, например, эту сумму на 2, 999 рублей за один пеньюар только у нас обойдется. Представляешь, где ты видела в магазине такие цены? Вообще нигде не видела. Цены начинаются только от 2000. Маленький, коротенький и без сорочки. Да, а у нас сразу два в одном, и сорочка, и пеньюар. Еще и пеньюар на таком великолепном поясе. Знаешь, что мне нравится? Что он не расстегивается. У меня был однажды халат с запахом. И что происходило у нас с вами? Он расстегивался в ненужное время, и я получалась нараспашку. А здесь такого не случится. Давайте посмотрим к нам в руки. Давайте увидим, что здесь у нас с вами есть дополнительные ленты. Завязочки. Тонкие, да, завязки, да. Они находятся у нас на одной поле снаружи, в другом месте они находятся внутри. И сейчас мы вам это покажем. Для того, чтобы халат не распахивался, мы должны заглянуть вовнутрь и посмотреть и на ткань, и посмотреть на то, как устроена наша конструкция. Ну, давайте попросим нашего режиссера. Николай, пожалуйста, покажите нам эту конструкцию, благодаря которой мы свой халат не потеряем. Посмотрите, с одной стороны у нас есть веревочка на поле, а другая находится во внутреннем шве. И мы с вами легким движением завязываем, причем ткань невероятно приятная, она мягкая и комфортная. Сразу стоит отметить, что это шелк, но непростой. Посмотрите, он имеет легкий эффект растяжимости. Так, ведь это гарантия того, что вам будет комфортно. И посмотри, эластичность у нас с тобой здесь только для того, чтобы не сковывало движение. Он не деформируется, он не меняет свою форму. Ведь это текстильное полотно, не трикотажное, но с небольшим добавлением эластана для нашего с вами комфорта. Но просто действительно выглядит как натуральный шелк, но при этом имеет еще и преимущество в качестве, которое подстраивается именно под ваши параметры. Два в одном сразу, это и пеньюар, это и великолепная сорочка, украшенная кружевом, и все это за 1999 рублей. Сегодня мы выбираем с девочками этот комплект. Ну что, наслаждаемся красотой, согласитесь? Правда, красиво. Когда мы украшаем себя шелками, сразу чувствуем себя по-особенному. А у вас есть шелковый комплект? Можете выбрать его для себя или в подарок? Сделайте это сейчас. Потому что я вот представляю, перед Новым годом цены просто взлетят. Поэтому прямо сейчас лучше сделать девчонке подарок. Кому вы сделаете? Свекрови, наверное. Себе, любимой, конечно. А кому вы приготовите подарок? Решать вам. Звонки бесплатные. Дозвонитесь прямо сейчас.
Ну, а мне очень хочется показать, что у нас все-таки с вами есть еще и сорочка внутри. Давайте посмотрим на нее. Какое здесь оформление. Мне очень нравится. Нежнейшее, тончайшее, можно сказать, ручной работы, как паутинка кружева, которая украшает каждую сорочку. Выглядит очень, очень дорого, очень стильно и очень по-женски. И также мне нравится. Если многие переживают, на какую фигуру сядет такая сорочка, я смело могу вам ответить: на любую. На любую пышность груди. Не забывайте, что вы должны брать именно свой размер. Берем размер в размер, и идеальная посадка обеспечена за счет того, что у нас с вами скроена верхняя часть несколько по косой нити. Именно поэтому рубашечка, сорочка будет садиться идеально на вашу фигуру. Ну, знаешь, вот у меня однажды был такой халат, вот примерно как такой, был в стиле таком, знаешь, анималистичном. Но я его не носила, потому что как я его не надену, он постоянно электризуется, ночью даже сверху. У меня все прилипало. Вот я хочу спросить, как эта ткань будет себя вести? И сразу хочу провести эксперимент. Наша Виктория сейчас сядет на диван, посидит, и мы посмотрим, как она проведет свое время. Она будет прекрасно проводить свое время, потому что если она вдруг захочет полентяйничать и целый день ходить в своем халате, в своем пеньюаре, мы с вами будем уверены в том, что он всегда будет выглядеть опрятно. Что значит опрятно? Это значит, что если она будет долго валяться, а потом встанет и пойдет за чашечкой кофе, то она будет выглядеть идеально. Никаких заломов эта ткань нам не дает. Действительно, смотри, выглядит буквально на миллион, женщина, а ведь всего лишь 999 рублей стоит один лишь пеньюар от этого комплекта. Выбирайте для себя сразу, два в одном вы получаете. Это и пеньюар, и это сорочка, это наш комплект. 1999 рублей за все. Вот знаете, я, конечно, выбираю для себя и для своей свекрови, а вот многие свекрови, между прочим, выбирают для своих невестушек, любимых, такие подарки. Нам уже поступила такая информация. Если вы сейчас смотрите наш телеканал и сделаете подарок своим близким, дозвонитесь и оформите заказ. Мне очень нравится, что сегодня вы украшаете себя, заготавливаете подарки на любые праздники, на новогодние, или, может быть, это какой-то юбилей, день рождения. В любом случае, это идеальный подарок, потому что такой подарок будет оцениваться очень высоко благодаря своей дорогой ткани, своему великолепному шелковому блеску. И, конечно, оценится еще и тем, что ткань имеет легкую эластичность, прекрасно садится на фигуру. Не надо думать и гадать, подойдет ли. Возьмите правильно размеры, не забывайте, что рост здесь не важен. Девчонки у нас здесь все разные, разного размера, разного роста, но какой рукав, посмотрите, рукав у нас с вами прикрывает локоть, но не доходит до запястья, это значит, что подойдет даме любого роста. Ну а знаешь, мне нравится еще и сама длина халатика, это вот не те коротенькие, которые продаются в магазинах, мы их надеваем, мы не наклониться, ничего сделать не можем. Элегантная длина для женщин, для красоты, и у нас, слава Богу, пока нет ограничений. Можно запастись подарками, но буквально сразу на всех. Да, мне тоже очень нравится, хороший подарок, богато выглядит, длина превосходная. Ты правильно, Лена, заметила, что редко встретишь шелковые халаты именно такой благородной длины, колено прикрывает. И также мне очень нравится, что вы легко будете за ним ухаживать, стирать дома в стиральной машинке. Подожди, шелк прям дома стирать? Да, Лена, сегодня ты можешь стирать такой халатик, ну не будем даже халатиком называть, пеньюар, такой пеньюар, да. Такую великолепную ночную сорочку. Вы можете стирать дома в стиральной машинке, идеальный внешний вид вам обеспечить. Слушай, ну вот интересно, посмотрите, красота невероятная, но при этом еще и странящая. Олечка у нас, ну просто как статуэтка, а в чем дело? Домашняя одежда разве может странить вообще? Конечно, и домашняя одежда может украшать и странить. Во-первых, здесь у нас цветочный принт. Он отвлекает внимание от особенностей фигуры. Идеальная посадка и сорочки в зоне груди благодаря правильному крою, потому что любая грудь там будет сидеть идеально. И, конечно, сам халат, он у нас с вами прямой, рукав свободный, рукав в стиле кимоно. Выглядим мы более хрупкими именно потому, что рукав свободный, а мы с вами все время делаем сравнение. Если уже что-то на нас свободно сидит, то мы выглядим более хрупкой, более стройной, более элегантной. Но при этом раскованно, потому что мы можем делать все, что захотим. Это комплект шелковый Аделина. Всего лишь 1999 рублей вы получаете сразу две вещи. Это и потрясающий длинный пеньюар, и длинная сорочка, украшенная кружевом. Это подарок. И для вас, и для ваших близких, и для ваших друзей, самых любимых, роскошных женщин.